Говорят, что такие сапоги называют казаками. Привет! Сегодня у меня настроение не очень хорошее. Поэтому просьба поддержать меня. Напишите, пожалуйста, какие-нибудь добрые, хорошие слова, что жизнь наладится. А еще большим-большим будет плюсом, если вы станете нашими спонсорами. Я буду просто очень счастлива. Итак, сегодня на нас сапожки из леопарда. Обратите внимание, натуральный рисунок. Натуральная кожа. Цвет коричневый, он не совсем равномерный. Металлические клепочки, острый носок. И, что самое интересное, здесь квадратный каблук, который выходит чуть за пятку. Говорят, что такие сапоги называют казаками. Хотелось бы услышать предположение, почему же все-таки казаки? Либо, может быть, вы знаете другое название таких сапог. Просьба, пожалуйста, общайтесь со мной. Я открыта для общения. Пишите, 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 пишите. Будем общаться. Пишем, общаемся, обсуждаем тему сапог. Ну, можете какие-то личные вопросы задавать. На корректные буду отвечать. Кстати, стягивается, походу. Да. Туго затянута не смогу. Ну, в общем, да, пряжечка, она прямо отстегивается. Интересно посмотреть, что внутри леопарда. А внутри леопарда натуральная кожа. Слышно, нет? Как она скрипит. Все, хорошо, помаленьку. Все, мое настроение начало повышаться. Я посмотрела на себя. Очень красивые сапоги. И они очень украшают меня. Вы знаете, что самое интересное? Если бы не эти сапоги, мы бы с вами так и не познакомились. Так что будем общаться.